Hi. Приз. Приз в студию. Простите, Эдуард Моисеевич, вы кем работаете? Я врач-психиатр. Вы психиатр? Да. Как вам? Блять, над чем они смеются, вообще ничего не пойму. Как вас не хватает на нашей программе порой. Несмотря на то, что сегодня с нами конгресс Гранд-Банк, мы обязаны, я во всяком случае обязан вас спросить, что вы хотите? Приз. А? Приз. Давайте я вам дам $200, и мы не открываем этот ящик. У нас сегодня рублей нет, сегодня с нами конгресс Гранд-Банк, сегодня международный день доллара, поэтому $200 устроит вас, и мы не открываем этот ящик. У меня зарплата больше. А вы в клинике работаете? Да. Или, да? В клинике. 300. Ну это вы сейчас в рублях говорите, а я вам про доллары говорю. Хотите, вот я вам дам $350, и мы не открываем этот ящик. Приз. А вы? Что? К психиатру не обращались никогда? Я к психиатру? Да. Зачем? А я что-то смешное сказал? Да? А дело в том, что сейчас через человека, по сути дела, у каждого второго человека пограничное состояние, по сути дела. А почему вы мне-то это говорите? Ты его не обижай. Да. Я вас понял. $400. Вы об этом? Приз. $450. Долларов. Дело в том, что, Леонид Аркадьевич, я охотник. Мне снегоход уже, он как минимум стоит там намного больше. Вы что, $600. Хотите, я не открываю этот ящик. Нет. Что? Я вам дал $600, вы отказались? Приз брать или... Приз! Да! То есть, я вас не уговаривал, вы отказались от $600, я правильно понял? Чтобы потом разговоров не было. Правильно я понял? Что? Вы отказались от $600 и взяли то, что лежит в этом ящике. Так? Так. Так? Так. Очень хорошо. 700. Пожалуйста, $2000. И вы отказываетесь от того, что здесь лежит. Ну? Приз. Это не шутка, такого нет ни у кого. Ну все, Рубик. Это сильно.